Скажите, что вы ждете от этого пикета? Как вы думаете, будут какие-то результаты? Я жду от этого пикета, что государство предпримет какие-то конкретные меры. Люди, которые несут такие меры животным, что убивают их и издеваются на них, будут наказаны, реально наказаны. В нашем городе за последние два года участились очень усилия, активировали всякие духаторы. В принципе, уже в прошлом году был случай издевательства даже на Белой Красной речке. И реальных доказательств не было. Здесь все как на ладони. Есть конкретные доказательства. Люди сказали, что действуют законы, что в нашей стране все люди указаны, иначе все поменяют. То есть люди так и будут активироваться. Мы разлагаем наше общество, если государство не предпримет конкретные меры. Это продолжится. Как вы считаете, может быть, здесь каким-то образом негативно хотели выделиться, получить войну. Взрослое общество, не взрослое общество, сформировавшееся психика, они абсолютно отвечали за свои действия, действия выполняли систематически. Это просто садистки, это люди с уже повреждённой психикой. Это не маленькие дети, которые не осознают то, что они делают. Как считаете, их надо в тюрьму посадить или, может быть, в психиатрическую лечебницу? Это должна быть изоляция, либо тюремная, либо психиатрическая. Я не хочу уходить с этими людьми по одним улицам. Я не хочу встретить ее в магазине. Я не хочу, чтобы люди устраивали самосуд в связи с бездействием государства. Спасибо большое.